Палестино-израильский конфликт снова набирает обороты. Как стало известно, сегодня в Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан в городе Хеврон двое палестинцев попытались напасть на израильтян с ножами, но были застрелены силовиками. Власти Израиля квалифицировали оба инцидента как теракты. Череда атак, которые теперь происходят в регионе практически ежедневно, продолжается. Так называемую интифаду ножей палестинские радикалы объявили около месяца назад. За это время погибли 8 израильтян, более 70 получили ранения.